Здравствуй, праздничный Клин! Приветствую вас из сквера Афанасьева, где сегодня работают две выставки, а также мастер-классы для детей. Но самой большой популярностью среди пришедших сюда клинчан пользуется развернувшийся за моей спиной шатер-планетарий. Непосредственно мое мероприятие, я вывезли выставку, посвященную нашему земляку Юрию Артюхину. Это часть выставки, которая экспонируется в выставочном зале имени Карапаева. Здесь эта выставка пользуется спросом в связи с тем, что она интерактивная. То есть здесь есть викторина, и каждый желающий может поучаствовать, посмотреть все ответы этой викторины на нашей выставке. И никто с пустыми руками, если правильно ответит, не уйдет. Также у нас здесь выставка Искроведческого музея посвящена непосредственно Афанасьеву. И небольшие сувенирные лавочки. И мастер-класс, да, мастер-класс по росписи по стеклу, посвященная именно космической тематике. Мы вспомнили все свои знания о планетах Солнечной системы. Было очень наглядно, интересно посмотреть на Млечный Путь, на том, где находится наша Земля. В том числе ребенку было интересно, он узнал название планет. Здесь все очень заняты, все. Здесь интересно, весело. Настроение замечательное. Собственно, мероприятие хорошо сегодня. Погода нас слегка подводит, но тем не менее, в общем-то, все складывается очень успешно. Мы очень рады, что вот именно космическая площадка сегодня с самого раннего утра начала жить такой очень активной жизнью. Поэтому мы надеемся, что сегодня мы здесь будем прям до самого вечера, и, собственно, все клинчане смогут узнать и о наших знаменитых земляках, имеющих непосредственное отношение к космосу, и побывать в планетарии, который сегодня работает у нас на этом сквере.